well and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be. Всем привет, с вами Voice Online. Сегодня я хотел рассказать об игре Left 4 Dead 2, игра от компании Valve. Компания эта более значима, ну, популярна по играм, например, Counter-Strike, Counter-Strike Source, Team Fortress 2, Half-Life, там два эпизода, первый, второй и части, первая, вторая часть. Так, ну, приступим к игре. Так, компания... Сейчас вам покажу компанию, например, через онлайн. У меня, например, Steam-версия. Игра онлайн. Так, ну давайте сейчас выберем эксперт. Вы видите только меня, сколько игроков находит. Например, если я выберу любое, все, любое. Смотрите меня, сколько найдет, например. Ну и так далее, там вообще бесконечно, можете сказать, там, там до ебени, потому что... Так, официальное. Так, ну вот мне, например, нравится вот этот вообще приход. Давай. Это компания приход. Так, вы видите, кто со мной будет играть. Bad Boy Rus. Я тренер. Ну, это уже бот. И напал на Рус какой-то. Это видно сервак русский наш. Потому что я недавно играл на английском. Вообще там что-то какой-то пацан, блин, или кто, мужик, я не знаю. Ну, может, лет 25, так по разговору. А что там говорил вообще? Я что-то нихуя не понимал, ебать. Давай, сука, вот, блядь, вот это меня бесит, блядь. В контре вот как, блядь, все охуенно загружается. А здесь, блядь, надо ждать, нахуй. Сука, давай, связывайся, ёб твою мать. Ебать, сука. Ну, это пиздец, конечно, какой. Блядь. Сука, давай быстрее. Ну, ведь даже тайм написан, ебать, на плакате. Охуеть. Давай. Во, почти, блядь, загрузилась, нахуй. Это хуйня, блядь. Давай. А, хуйна. Видите, я в роли этой шлюхи обратно, блядь, буду ёбаный играть. Это пиздец. Давай сейчас поиграем. Как всегда, блядь, баба ебаная, всегда, блядь, свободна. Сука, у меня один хел, блядь. Вот нахуй, блядь, я, сука, зашел. Только ёбаный в год зашел. Сука, идите все нахуй сюда, спасайте. Пиздец. Во, блядь, охуенно. Народ, кстати, всем привет. Ну, спасибо, бэтбой. Так. Ну так, что здесь делаем-то, блин? Куда там идти-то, блядь, сука? А, вон туда, точно. Я что только начал. Во, видите? Напал, убивает толстяка, мне, сука, не оставил, пидорюга. Плевальщица. Да, блядь, да я ее сам, сука, убью, нахуй. Да это гомосек убью. Сука, гомосек. На тебе, сука. Да, блядь, это не смешно, нахуй. Сука, блядь, он... Да дробаш, блядь. Стреляет... Блядь, вы видели? Он стреляет, пиздец. Сука, еще немного лагает, блядь. У меня копинг 54. А чё лагает-то, сука? Нафиг. Не, нихуя я. Блядь, вот я, нахуй, сука. Так, что-нибудь возьмем. Блять, здесь нихуя ничего нету.
Здоровье. Кстати, блядь, здесь что-то все лечат на этих сигваках, блядь. Я на одном, блядь, играл, блядь, меня наоборот нахуй стреляли, блядь, и гренами закидывали, блядь, свои же. Ёбаный хуй. Сука вы, блядь, пидорасы, где? Бля, народ, помогите, пожалуйста. Вот эти гмасики, какие меня топтают вообще. Блять, лучше бы убрал их нахуй. Ёбаный. А во, все нормально. Блять. У меня оружие вообще, конечно, это ебаное. Кто интересно, быстрее до меня доберется. Они оба быстро до меня добрали. Блять, что-то они. Сука, 65 пинг, блять. Что-то все нахуй глючит. Оружие ебаное. Дробовичок. Ебать нахуй. Ты шлюха, ебать. Сука, я забав вообще не люблю играть. Ну-ка, главное меню нахуй. Давай, сука, компания. Так, компания вам показал. Мутация, реализм. Реализм выберем. Игра онлайн. Я вам здесь как показываю режим игры. Так, приход показывал. Нет милосердия, давайте. Это вот из первой части, кстати, нет милосердия этот. Как его? Блин, как сказать-то? Компания, блядь. Эпизод хотел сказать, нахуй. Эпизод в компании уже. Педомен. Ебать там них, ебать. Я охуел нах. Ну-ка, блядь, педомен. Пидорас какой-то, ебать, короче, играет нах. Педомужик нах. Это как я прям боты, блядь, Фрэнсис Билл. Так себя никто так не будет называть. Если только конченые гомосеки. О, видите, здесь как-то побыстрее загружается. Вин вообще лагать не будет. Давай, сука. Смотрите, блядь, вот как всегда. Ёба... А, не, подожди-ка. Стоп. Сука, вот я, блядь, зашел уже мертв. Чё это за хуйня, а? Народ! Народ! А хули я мертва? Всё. Ебать меня, всё, пиздец. Пиздец. Вон, видите, кто пишет, пипец, блядь. Он женщина, он только пипец пишет. Вот эта пушка вообще золотая, ебаная. Ну чё, народ, пошлите. Точнее, педемен пошли. Так как остальные боты. Давай, мать твою, открывайся. Видите, что угодно хотите, то и делайте. А, хуй на! Во, блядь. Нету нихуя, блядь. Так, подлечиться как мне надо. Так, 30 хелов осталось. Видите, им вообще похуй, они где-то хуй знает где находятся. Вот, Педомен, молодец, блядь. Пидорас видно сразу. Молодец, сука. Опа, охотник там, блядь, был, я насколько... Сучка! Педомен, молодец, блядь. Думасек. Ой, он видно читак, блядь, он всех видит, нахуй. Ой, блядь, Педомен, извини, мать твою. Ой, блядь. Вижу, кто-то ползет, ебаный, блядь. Вообще всех подряд. Как всегда, да. Как всегда, ну у тебя пиздец, нахуй. Вздыхай, сволочь. Ебать, как здесь вообще, нахуй. Меня будут, блядь, кто-нибудь выучить, это, блядь. Вылечил, ебан. Сука, я еще сложный уровень. Это, блядь. Как вам? Сложность выбрал, блядь. Только не это! Не нахуй, ёман. Угад, нахуй. Сука. Только послушайте, они ещё пиздят. Чё, для меня сейчас трудно этот уровень видно, ебать, нахуй. Как он? Экстрим, блядь, или как там, блядь? Реализм, нахуй, сука. Давай, видите, меня уже... СССР какой-то лечит, ебать. Гомосек видно тоже. Как и этот Педомен. Иди нахуй, блядь.
Ну ебать копать. Чё у вас как пидорасов много, а? О, блядь, жизнь-ка ёбаный в рот. Вот это вообще охуенно. 6 хелов, блядь, 5 хелов, блядь, осталось. Вроде 6, блядь, было. Стало 5, охуеть просто нахуй. На глазах, видите, все пропадает. Видно баги. Видите, пушка здесь какая есть. Иди нахуй, эй. Во, бежит кто-то. Вот они, пидогасы. Ахуйна. Ой, блядь. Ай, сука, блядь. Блядь, меня пидор какой-то сбивает. Блядь, вот, сука, прикрыть даже пидогасы не можете, блядь. Стояли бы кто-нибудь хотя бы около меня, ёбаный в рот. Смотрите, я в яйца стреляю. Я пробил, блядь, уже дыху, ему похуй, смотри, пиздит нахуй. Всё, убил, ебать. Конечно, помощь. Басик, блядь, не пугай, братюнь. На ему в хэд, ема. А тебе, сука, блядь. Вы меня надо спасайте. Ладно, давайте покажу вам другие эти режимы игры. Я сейчас я понял, как отпиздят. Так, сражение. Ну, это уже мертвых против там, как бы, играют. Сбор это, видите, сами. Сыграем состязание, там видно, кто быстрее. Тут и олень. Так, яркость, блядь. Вот так, параметры. Steam Cloud, кстати. У меня включено. Дополнительно нихуя нет, ебать, у меня дополнение. Я со Steam, потому что скачивал. Видно, там дополнение нема, ебать. Вот это, что я новый Steam качал, например, от компании CS Money. Там было. Так, ну что ж вам еще показать-то? Ну, давайте вам покажу, например, центр улицы. Это что такое? Центр какой-то? А, блядь, это не надо. Так, хотел вам показать, где с бензопилой ходишь. Блядь, ну я не помню этот ебаную, эту ебаную компанию. Ху, нету, блядь, у меня дополнительной компании. Охуеть, блядь. Пиздец какой-то уже, нахуй. Ладно, вот, короче, всем пока. Это был обзор от Westline. Следующий обзор 100% будет охуенным. Намного лучше, чем это ебаное говно. А, сейчас вы увидите, например, мои данные. Ну, как меня можно там добавить там.